Здравствуйте. Здравствуйте. Я записан у вас на 10 утра на стрижку. Да, конечно. Сейчас мастер освободится. Может быть, пока чай, кофе? Да, давайте. А это что? Это виски. Налить? А это бесплатно? Конечно, все для клиентов. Чуть-чуть. Ну что, как? Очень вкусные виски. Молодой человек, ваша очередь. А? Ваша очередь. А? Все, да? Да-да. Можно? А. Да. Братец. Знаешь что? А мне, короче, тут позвонили, надо срочно на работу ехать. Ты меня на завтра запиши, я после работы буду ехать. Заеду к вам. Постригусь. Что, застал еще? Я с собой заберу. Чуть-чуть. Все, пока. До свидания.